Салам, Казахстан! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на первый выпуск ГГ-шоу. Не знаю, что меня ждет. Так, Биржан Ашим, торт или в рот? Это я так понял, первый выпуск. Короче, давайте смотреть. Фиг знает, что сейчас будет. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой». И если тебе нет 18 лет, то съебаться нахуй. Давай выключай экран и шуруй отсюда. Но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Спасибо. Скажите, вы рады принять участие в нашем шоу? Рад ли я принять участие в этом шоу? Честно? Нет. Вы же понимаете, зачем меня сюда позвали? Новый скетч-коу, 5 разных актеров, в каждой новой серии новый главный герой. Базару нет? Базару нет, решили на меня хайпануть. Давайте уже быстрее снимем, пожалуйста. Какую роль вы бы хотели сыграть в нашем шоу? Я же сказал, у меня нет желания сниматься в этом проекте, они просто больные. Они мне в день 7000 сообщений с разных аккаунтов в Direct присылают. Сколько бы рекламы я мог снять, из-за них я не могу найти сообщения от рекламодателей. Короче, давайте уже быстрее все отснимем, и вы отъебетесь от меня уже, пожалуйста. Что бы вы хотели донести своей ролью до зрителей? Да пошла ты нахуй со своей ролью! Я же ясно дал понять, у меня нет желания сниматься в этом проекте. Что ты заладил своими вопросами? Ты в уши долбишься, что ли? Я просто хочу быстрее отсняться, просто согласился, чтобы от меня Короче, отъебались. Это вот это и что есть, бы да, вы это сказали держан. Детям, которые смотрят такие передачи на YouTube? Вот же вы долбичи, вы что еще и детям это показываете? Семьи ебанулись. Давайте снимать уже, а, короче. Неплохо. Контент вообще так-то, походу, они крутой делали. Ну, вообще, и Ирина Каратовна. И вот я сейчас смотрю только тизер, ой, трейлер, ой, титры. Я уже вижу, как такой крутой подход. Посмотрим, что по юмору. Типа представляет себя. Пусть выйдет тот, кто готов отстоять свою честь и сразиться со мной в честном бою. Выходи сюда, полицейский! Ибо пришло время узнать, кто способен вынести мою мощь. Давай выходи сюда, полицейский! Полицейский, давай! Мужик, все нормально у тебя? Ну, наконец-то ты пришел. Я ждал этого славного боя. Можешь позвать кого? Я живу здесь. Хочешь крови? Так пойди и возьми. Не
Отлично. Ты понял, что ли? Успокойся, мужик! Хер ты! Я тебя трогал! Я тебя трогал! Ебануты, что ли? Я не протекаю, мужик. Это не я был! Это не я! Я тебе говорю, это ты! Я тебе что сделал? Похороните его со всеми почестями, чтобы боги видели, что он пал смертью храбрых. Ибо этот воин... Да долбоящер какой-то! Вот я его и стукнул! Тут люди, соседи, блин! А этот вон, смотри, какой он! Я говорю, алкаш, алкоголик, конченый он! Ну все, сейчас полегчает. Давай, вставай! Сейчас дай ему. Глянь, пацаны, тему делали, да? Бычки собираешь под сигарет, короче. И, короче, на подошву берешь, собираешь, сжигаешь, короче, спичкой, короче, тушишь. И там чиркаешь, короче. Тема же была, да? Сидишь так, пошли глянь, делаешь. Хоть бы не забить, хоть бы не забить, хоть бы не забить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Эй, братишка! Блин, что делать? Они же сейчас докопаются до меня. Ладно, сделаю вид, что не услышал. Чего делаешь вид, как будто не слышишь? Сам пообщайся, сам пообщайся. Блин, я ничего сказать. Можешь сказать, что я свой? Что я дофига кого знаю с этого района? А кого знаю? Кайра, Мага, Баха. Точно, Баха. Стопудово на любом районе есть какой-то Баха, которого все знают. Салам алейкум. Алейкум ассалам. И ты что на нашем районе потерял? А я к другу ходил, он здесь живет. А так вообще я много кого знаю отсюда. А да ну нафиг. А кого знаешь? Я кого знаю? Баху знаю. Какой Баху? Какого Баху? Баху. Черного Баху. Черный Баха же есть? Вот его знаю. Баха черный, иди-ка сюда! Да ну нахуй. Знаешь его? Нас же Кайра знакомил. Помнишь? Какой Кайра? Какой Кайра? Он такой... длинный. Он длинный Кайра. Жесть? Вот он. Длинный Кайра, иди-ка сюда! Вы что, серьезно? Ты что, его знаешь, что ли? Мы же с тобой у этого, у Даута на дне рождения вместе отдыхали. Какой дал? Какой дал? Ну хорошо, сами напросились. Такой, толстый, невысокий, у него еще прическа такая, каре. А еще он, знаешь что, он любит на голое тело жилетку носить. И вот здесь татуировка, я лох. Эй, дал толстый, иди-ка сюда! Бля, вы что, издеваетесь, кого тут нету, а? Че, его знаешь? А, нас же этот, ты же с Азой же жил. Мы там в детстве вместе играли с тобой. Какой Аза? Аза? Обычная Аза. Аза обычный, иди-ка сюда!
Знаешь его? Ща, подойдет он. Пират, братан, он говорит, что тебя знает. Ну, я бы не сказал, что прям знаю, я читал про него. Где читал? В книге. Книга, братан, иди-ка сюда! Ассаламу алейкум всем достойным. Братан, он говорит, что за пирата у тебя читал. Где ты читал? На 268 странице. А, вот тут есть про пирата. Извини, родной, не узнали, а так будем знать, да? Все, все. Будем знать, братан. А так, сорян, есть? Братан, а вообще тебя как звать? Биржан. Какой Биржан? Ашим. Базару нет, не упогоняла, Ашим. Ашим. Все, Ашим, тебя будем звать. Да не, меня не звать, ребят, я переезжаю скоро уже. А тогда будешь Биржан переезд! Переезд, приедет! Биржан переезд! Биржан переезд! Позорный Биржан переезд, Бригиня! Спасибо тебе за вечер, я давно так не смеялась. Да ну, не парься, это еще все нормально. Что будем делать? Ну, не знаю, а что ты предлагаешь? Ну, мы можем погулять, или можем остаться, заказать десерт. Или хочешь меня? Что? Я говорю, хочешь меню? А, да. Просто мне кое-что другое послышалось. А что тебе послышалось? Да неважно, а что там есть? Ну, здесь можно заказать тирамису, или можно взять в рот. Что? Я говорю, можно взять торт. Мне кое-что другое послышалось. А что тебе послышалось? Нехорошее слово. Да ты просто ебанутая. Что? Я говорю, жара лютая. Ты же другое слово говорил. Какое слово? Нормально все с тобой? Я, кажется, поняла. Так, давай я буду тирамису, а ты иди нахуй. Что? Я говорю, я буду тирамису и латте, а тебе что послышалось? Да не, ничего. Ну, или я возьму мороженое, а ты возьмешь сам у себя. Ладно, понятно. Давай по домам тогда. Официант! А, вот ваш счет. Как будете оплачивать? Карты наличными, вилкой в глаз, либо жопу раз. Что? А я вас спрашиваю, вы у нас первый раз, либо у вас есть карта клиента? Так, стоп! Я все поняла. Я поняла, зачем ты устроил весь этот балаган, еще и официанта подговорил. Ты что думал, вот так вот можешь 25-м кадром намекать мне на секс и все, я твоя? Нет! Или, может быть, ты думал, я весь такой красивый, богатый, успешный? Да нифига! А может быть, ты хотел меня купить своими комплиментами, ухаживаниями? Нет, понял? Короче, все! Останови меня. Что? Что слышал, понял? Что слышал? Забудь обо мне и никогда мне больше не пиши! Я буду в такси. Так что? Сейчас я в туалет схожу, вернусь и расплачусь. Я тебя наебаю. Что? Я говорю, сейчас вернусь и расплачусь. Долбою. Неплохо вообще как-то. Ребят, я считаю, что Биржан Ашим полное говнище. Да. Кого позовем следующего? Ну я хочу Таукель Муслим. Я тоже его хочу. А кого звать будешь? О, а может Ирину Кайратовну позовем? Да ну их нахуй. А чё? Пиздец матеряться через каждое слово. Вот пиздец неоправданно же, блядь, маты, а нахуй, блядь. Слушайте, а что если зрители в
комментариях сами напишут, кого хотят. О-о-о. И кого нужно звать. Так, ну что ж, в принципе, такие неплохие конкуренты для Ирины Кайратовны. Ну хотя... Так, а это какой год вообще? Так это новое все? Дата регистрации 20 июня 2019 года? Неплохо так-то. Короче, что я хотел сказать про... А, все-таки появится Ирина Кайратовна. Так, что можно сказать по поводу этого выпуска? Он немножко местами, как мне казалось, слишком затянутый скетчи. Вот, допустим, это битвы, да, первое. Что-то как-то она долго шла. Мне кажется, даже здесь акцент больше не на юморе, а вот на самом вот этом киношном, на, сейчас как сказать-то, ну, типа, более профессиональнее все сделать, как короткометражки, вот, ну, вот что-то типа того. Но это очень круто, на самом деле. Ну, интересно смотрелось, и саундтрек такой неплохой. Короче, я буду смотреть. Вы меня поддерживаете, если что. Так, ребята начали 4 месяца назад снимать, да? Я так понял, это типа аналог Ирины Кайратовны. Типа, они в свое время отгремели, давайте-ка мы тоже забабахаем. И, ну, в принципе, неплохо. В любом случае, я с ними буду знакомиться, так что пишите комментарии, чё кого вообще, чики-пяу, чё за королевство там такое, прикольно. Пишите комментарии, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо, всем пока. Check it out.